туда, на Лямкина. Будет ли бросок? Еще в этом большинстве. Юдиан. Авангард в полном составе. Проходит передача туда, на Воронкова. И что? Она каким-то образом все-таки в воротах продавил Воронков эту ситуацию. Вот это поворотище! А, получается, что уже в равных составах по факту Акбарс забивает, но это гол следствия большинства однозначно. Ну и я как раз только об этом сказал. А может быть, менее креативная бригада появилась на льду у казанцев, но мощные ребята, которые могут сыграть попроще и продавить, завести шайбу в ворота. Такой гол, собственно, мы и увидели. Передача Петрова, бросок Воронкова из-под ноги, и с первым броском Демченко справляется, но удается Воронкову, по-моему, с неудобной руки. Вот здесь это шайба была, да, уже за воротами в какую-то секунду, но туда вернул ее, видно, Воронков. Вот, да, посмотрите, вот. От вратаря. И от вратаря рикошетом от щитка, да. От вратаря шайба влетает в ворота. Дмитрий Воронков, и его пятая шайба. Очень важный гол, и